Всем привет, с вами я, Макбум ТВ. Да. Короче, я сейчас буду играть Clash Royale. Сегодня мы будем сражаться и попробуем хотя бы подняться до пятой. У меня больше всего кубка, это 1293, а побед 452. Так, что у нас на ТВ Royale творится? Меня повысили, ура! Патриот. Вот такой вот тактикой мы сегодня будем играть. Она очень выигрышна. А теперь смотрите. Поражение, победа, победа, поражение, победа, поражение, 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 поражение. Победа, 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 поражение, победа, поражение. Ну, короче, и так далее. Надо звук отключить, потому что вы меня и то не слышите. И поехали. Вот такой вот чувачок. Нет, ладно, надо будет его потом позвать. Мне его жалко. Удачи, спасибо. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хорошая игра. У меня немножко экран побит на телефоне, так что... Итак, я не могу ничего сделать, только лишь ему навредить вот так вот. Только лишь навредить. Только да, будет тактика гигант плюс ведьма, потом бэйби драгон. Так, он хотя бы этой тактики не знает. Так, теперь ставим. Неудачных вам покупок, что? Нет, это я не вам, я услышал по телеку. Контрольная закупка. Там сказали неудачных вам покупок. Раз до этого дошло, тогда выпускаем Баба Драгона. Я его правда так называла, Баба Драгон. И мы этой колодой побеждаем. Эта тактика хорошая. Очень он потом так же доучится. Хоть он у нас, короче, потом скопирует и... Да! Вы сейчас только что видали. Ну, офигеть, шарик третьего я тоже хочу. У меня все эпики второго. Даже нет, третьего нет. Так... Мне самое главное Хога Райдера качнуть. Так, на это мне тоже не хватает. Адская башня или Тесла. Так, а Тесла... Грон плюс 9. Адская башня. Так, ее мы будем... Скоро использовать. Адская башня 4-го. У меня с рарки 5-го. Офигеть. Так быстро качаем рарки. Оу. Так. Удачи, спаси. Спасибо. Итак, код, наверное, какое-то совершение ждет. И мы... Не понял, эта тактика вообще уже старая. И притом вот этой тактикой никто не пользуется. Их у Грайдера сейчас просто... у него есть разряд! Так, огненный шар. Заморозка у него тоже есть, разряд даже есть. Не буду с ним спорить, прикольный пацан. Бай-бай, гигант. Даже не успе... А, нет.
все, погнали. Итак. Этот парень уже был на пятой арене. У него сейчас ряд маки так и всякое прочее. Я ему завидую. Поделиться, чтобы... Так, почти победка, да, Простите, у меня там был Это последний наш бой. Я заканчиваю. Спасибо. Хорошая игра. И оп, оп, оп. Так, а теперь получай. Да. Нифига, сколько... Ай, это стрелами. У всех парней есть огненные духи. Все, башки свои тяжелею. С первого же захода выпускаем. Блять, нафиг испортил, кто этот пацан? Итак. Да этому парню не важно, попаду ли я. Гандон. Урод. Ну, на этом я заканчиваю. Всем пока.